Это утро Иван Рогатин проводит в непривычной обстановке. Окончив колледж, он пришел к мысли: пора и родине долг отдать. Медицинский осмотр – то, с чем призывники встречаются в первую очередь. Проверка слуха, зрения, общего состояния организма. Последние годы врачи наблюдают или сильную худобу у молодых людей, или, как, например, у Ивана, напротив, лишний вес. Но оба этих фактора не причина отлынивать от армии. Да и незачем, все они пришли в военкомат по собственной воле. Я бы хотел поправить здоровье, как его приехать, ну, крупным, раскачанным парнем, ну, как бы... А для чего вам это? Ну, девушка, как бы, есть, и хотелось бы для нее постараться. Ну, наверное, еще быть мужественным, да, защитником? Да, мужественный защитник, это как бы тоже, да. Первый день осеннего призыва. Среди молодых людей наблюдается волнение. Пойти в армию – ответственный шаг в жизни каждого мужчины. Это даже и новый опыт, и испытание для самого же себя. Там в армии становятся мужчинами. Ну, в общем, все с пользой проходит. Чтобы понять, в какие войска направить того или иного призывника, опытные члены комиссии задают новобранцам множество личных вопросов. От их ответов зависит то, каким для ребят станет ближайший год службы. Призывайте в среды вооруженных сил. Отправка 18 октября. Первая отправка. Деговорчик стоит. Роспись поставьте. Ручку на столе. Учитывая жизненные обстоятельства, призывная комиссия старается удовлетворять просьбы призывников. Например, если юноша воспитывается одним родителем или хочет служить в определенных войсках, и физическая подготовка ему это позволяет. Наша комиссия на 100% не определяет, в какие войска пойдет человек, поскольку занимается областной военной комиссией. Мы пожелания передаем в областную военную комиссию, она с учетом наших пожеланий и состояния здоровья принимает окончательное решение. Осенний призыв продлится до 1 января. В течение этого периода, после прохождения призывной комиссии, новобранцы будут отправляться в областной призывной пункт, который находится в Ногинске, чтобы оттуда распределяться по воинским частям. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.